В Ненецком округе прошла отчетно-выборная конференция региональной организации Всероссийского общества инвалидов. О принятых решениях расскажет Елизавета Кабанова. Отчетно-выборные конференции региональных организаций Всероссийских обществ проходят раз в 5 лет и становятся настоящим событием для членов общественных организаций и представителей органов власти, которые в конструктивном диалоге решают задачи, направленные на улучшение жизни всех категорий граждан в Ненецком автономном округе. Одна из таких задач – это создание доступной среды для инвалидов. Проект реализуется в регионе с 2016 года. На мероприятии подвели его промежуточные итоги. Формат конференции предполагает не только отчеты о проделанной организации работы за 5 лет, но и выборы органов правления. Здесь сегодня будут отчитываться контрольно-ревизионная комиссия. Мы снова создадим правление нашей организации, выберем новых членов контрольно-ревизионной комиссии, будет доклад о нашей работе. И, конечно, делегаты нашей конференции выскажутся, дадут оценку нашей работе. В период проведения отчетно-выборной кампании в регионах представители Центрального управления Всероссийского общества инвалидов выезжают на места для оказания методической помощи региональным организациям. Основная цель – это, во-первых, познакомиться непосредственно с данной организацией на местах, потому что, сами понимаете, работая в кабинетах – это одно, когда ты работаешь непосредственно, ты видишь, кроме отчетов и бумажной работы, еще видишь те условия, в каких работают люди. В Ненецкую организацию входит более 800 человек, которые, несмотря на все проблемы со здоровьем, не сдаются и являются активными членами общества. В округе ведется работа по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями. Создаются рабочие места для их трудоустройства. Проводятся различные социально значимые акции и культурные мероприятия. Я открою секрет, когда встречаюсь с молодежью, я привожу в пример вот вас, вашу организацию. Вот так, как надо любить жизнь, так, как надо любить свою малую и большую родину. Ваша организация, она, кстати, одна из самых сплоченных и сильных в Ненецком автономном округе. И вы действительно, в значительной степени, конечно, Надежда Евгеньевна, Мария Анатольевна, весь ваш актив, вы делаете очень много. Вот вы поднимаете те пласты, которые действительно волнуют, прежде всего, вас и многих жителей округа. В ходе конференции делегаты переизбрали Надежду Ковалевскую на пост председателя Ненецкого регионального отделения Всероссийского общества инвалидов. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».